Всем доброе утро. Я надеюсь, я никого не напугала сейчас своим видом. Сегодня я буду записывать влог. Сейчас я уже помыла голову и сделала себе маски и покажу продукты, которые я сегодня использовала. Вы меня очень часто спрашиваете по поводу моего ухода, так что надеюсь, будет это интересно. Ну, вначале я, конечно же, умылась, и после умывания я себе сделала вот такую маску. Кстати, это к вопросу о том, что многие мне говорят, что у меня дорогой очень уход. Нет, не всегда, у меня бывают и вот такие достаточно бюджетные средства, которые мне очень нравятся. Вот у меня такая глина, это голубая. Глину я покупаю все время, наверное, лет с 18, постоянно делаю из нее различные маски. Вот какую вижу в магазине, такую беру. Голубую, зеленую, я не знаю, белую, вот какая есть. Сейчас у меня вот такая валдайская косметическая. И я развожу ее тепленькой водичкой, делаю такую очень-очень густую, как густая сметана, наверное, такую. И добавляю вот такой, вот эти вот капсулки, это аевит, я думаю, все вы знаете, с витамином Е. Я не уверена, что они работают. Я как-то и пробовала добавлять маски для волос. Ну, что-то я не вижу на самом деле эффект, что здесь, что там. Вот я добавила 5 штучек, 5 капсул в масочку, нанесла толстым слоем. И я не жду, когда она высохнет полностью, потому что иначе для моей сухой кожи это, конечно, беда. Я ее смываю, вот она начинает уже, когда стягивает лицо, я ее иду смывать. Очень мне нравится, на самом деле, маски из глины. Я, кстати, глину, ну, подобную наносила как-то и на все тело, но могу сказать, что можно засорить канализацию. Я, честно признаюсь, я это делала в моем фитнес-клубе таким тоненьким слоем. Ну, просто побольше размешала водичкой, тоненьким слоем наносила на все тело. Кожа просто мягчайшая, мне очень нравится. Ну, а дома я не часто такое делаю, потому что муж ругается. И вот после такой маски глиняной, ну, чаще я добавляю, кстати, аевиты, потому что вот это средство, вот это я покупаю всегда. Вот этот аевит кто-то наносит только под глазки, ну, на самом деле, как маску для области вокруг глаз, я вообще не увидела эффект. Я даже больше скажу, мне кажется, что слегка подсушивает кожу, поэтому вот я наношу так вместе, мне нравится. Не знаю. И после того, как я это смываю, я обязательно наношу маску какую-нибудь питательную или увлажняющую. В этот раз я нанесла, вот у меня осталась вот такая маска от Botanicus. Я покупала ее в Праге, когда ездила. В общем, у меня тут осталось, на самом деле, на один разочек, наверное, всего. Но я могу сказать, что да, кожа очень хорошая, кожа напитанная, подтянутая, увлажненная. Но я не скажу, что это супер маска, что прямо вот надо бежать и, я не знаю, ее приобретать. Нет, вот я на самом деле, когда купила эту косметику, думала, ну, я закажу в России где-нибудь через интернет-магазин, если мне все это дело понравится. Нет, я не буду заказывать. Ну, по крайней мере, вот это Botanicus. У меня была еще одна маска, тоже очень похожа на эту. Только она какая-то другая, я уже не помню, какая была. Еще остается бальзам вот этой марки. Ну, я не в восторге. Да, хорошая, да, там натуральная, все дела, но не прям такие супер, знаете, что прям вау. Ну, ну, так себе. Хотя я знаю, что очень многим нравится именно вот эта чешская косметика, Botanicus, еще какая-то там марка. Ну, как-то вот я на самом деле не впечатлилась. Но сейчас наношу. И, кстати, она когда впитывается, она оставляет на себе такую жирную пленку, которую можно смыть только умывалкой. То есть я вот после вот этой маски умываюсь пенкой. Ну, я не люблю такую историю. В общем, да. Но глину очень-очень сильно люблю. Не знаю. Всем советую. То есть у меня сухая кожа, я все равно ее использую, и мне очень нравится. Но не часто, не чаще, чем раз в неделю. Это такое у меня такая спа, не знаю, программа по уходу за лицом. Вот раз в неделю я такое делаю себе. Также хочу вам показать. В этом видео мне многие спрашивают, как я все успеваю. Девочки, никак. Вот вчера я себе делала маникюр, новые ноготочки. В общем, обстригла длину, сделала красными ноготочки и сделала на ногах тоже красненькие, так, одинаковый цвет.
Вот. И, в общем, пока сидела, красила, то есть, соответственно, тут все вытащила, все у меня тут стоит. Это мой туалетный столик, кстати. Я решила снять видео про свой гардероб, так как у меня туалетный столик стоит в моей гардеробной. Ну и, в общем, пока снимала, пока редактировала, потом легла спать. В общем, вот такой у меня бардак. Так что сейчас буду убираться. И еще у меня огромная куча белья, которую нужно и стирать, и разбирать. В общем, вот так вот. Вот такой у меня порядок, в кавычках. Вот мне привезли заказ из магазина L'Etoile. И, девочки, посмотрите, какая классная коробочка. Просто. А до этого я, когда делала заказы, мне все время привозили в такой обычной коробке, непонятно какой. В общем, я ее сейчас не вскрывала. Я думаю, сейчас вместе с вами мы ее откроем. Упаковано, просто супер. Смотрите, сколько там бумажки. И вот мой заказ. Так, это у меня... Да, это я заказала вот такую сыворотку. Вот такая сыворотка от марки Колистар. Эта сыворотка предназначена для, по-моему, даже устранения растяжек. То есть, в общем, для, видите, она идет с коллагеном. Я ее специально взяла для того, чтобы вот эта кожа, которая у меня на животе, которую я вам показывала, чтобы она как-то подтянулась. Но я буду наносить ее не только на кожу живота, но и на бедра и на ягодицы. В общем, потом, когда все попробую, я вам обязательно расскажу. Но я уже в одном из своих видео говорила о том, что я использовала вот такие средства, то есть которые от растяжек. Это было масло от марки Веледа. И я увидела эффект вообще просто потрясающий. Реально кожа была более плотная, более упругая. Она действительно очень хорошо подтягивалась и разглаживалась. В общем, это средство я покупаю от марки Колистар впервые. То есть я не пробовала еще его. Но обязательно попробую, потом вам все расскажу. Это вот, да, видите, уход за телом, концентрат против растяжек. Салатонином, коллагеном и гиалуроновой кислотой 150 миллилитров. Единственное, что, конечно, да, у меня туба такая увесистая, но здесь 150 миллилитров всего лишь. Обычно у них упаковки по 200 миллилитров. Ну, попробую, потом обязательно вам все расскажу. И также от марки Колистар я взяла вот такой кремушек. Это обычный крем для тела. Сейчас здесь прочитаю. Здесь написано просто крем для тела. Но я говорила, что я очень люблю марку Колистар. У меня как раз закончились все мои крема для тела. И вот такая вот баночка. Здесь, по-моему, уже 200 миллилитров должно было быть. Да, 200 миллилитров. Это какой-то с ароматерапией. Сейчас я попробую. Вот так вот он выглядит. Как мне почему-то напомнило мороженое внутри. На самом деле у него очень приятный аромат. Такой, знаете, каким-то персиками, что ли. Но очень приятный. Мне, по крайней мере, понравился аромат. Я не думаю, что он будет каким-то сильно навязчивым. Знаете, бывает очень такая сильная душка. Здесь такого нету. Но он такой... Не скажу, что прямо жирный, но и не легенькое молочко. Ну, в общем, тоже попробую. Обязательно вам потом расскажу вот про эти два средства. И вот этот крем, кстати, я тоже пробую впервые. Я его не пробовала еще ни разу. И также я заказала себе две туши. Одна это от марки Clinique. Ого, смотрите, какая прикольная. Я, кстати, не пробовала такую тушь. Мне очень нравилась такая в обычном тюбике в зеленом от Clinique. А вот это вот я первый раз. Я ее сейчас открывать не буду,
потому что не, мне еще нужно допользоваться своей старой тушью. У меня вам сейчас, в общем, покажу тоже, какой я сейчас пользуюсь. Но об этой туши, кстати, было очень много положительных отзывов, обошлась она мне, ну, что-то там со скидкой было достаточно недорого, поэтому я ее бросила себе в корзиночку, взяла. В общем, попробую расскажу. Это для какого-то максимально естественного объема. Ну, в общем, попробуем. Я, кстати, все туши практически покупаю объемные. И вторая вот эта тушь от Lancôme. Я не первый раз тоже заказываю тушь от марки Lancôme, но вообще приобретаю. У меня до этого была в похожем тюбике, только она была синего цвета. Я ее использовала в прошлое лето. Очень мне нравилась синяя тушь. Кстати, темно-синий цвет очень хорошо подчеркивает карие глаза. Они у меня выглядели вообще как будто черными. Здесь вот такую взяла, она была тоже по акции. Это разделение и длина, в общем. Ну, в общем, попробуем. Но вроде бы в отзывах было, что она и придает объем еще хороший. В общем, тоже попробую, расскажу вам. А сейчас я использую вот такую сыворотку и тушь от марки Dior. Я ее тоже уже, кстати, показывала неоднократно в своих видео. Это Dior Iconic. Очень мне нравится, и сыворотка очень понравилась. Я не знаю, как она действительно питает, там увлажняет и что-то делает с ресницами, но вот они вдвоем в сочетании очень классно. У нее вот такая щеточка, вот эта туша. Ну, не знаю, очень она мне нравится. Знаешь, что она может немножко склеивать реснички. Вот поначалу, по крайней мере, когда я только приобрела, она так их подсклеивала. Но вот сейчас она красит просто потрясающе. Но она у меня уже заканчивается. И сыворотки тут совсем-совсем чуть-чуть осталось. Ну, в общем, вот этот набор, вот сыворотка маленькая и тушь, я приобрела где-то за 1500 рублей. И сейчас хочу показать вам по ценам вот этого всего. И вот у меня получилась тушь от Clinique, стоит 974 рубля, мне кажется, вообще круто. Какая-то тушь, я тоже смотрела, по-моему, то есть вот эта от Clinique, да, 974 рубля. Смотрела тоже в этом интернет-магазине, то ли от Art Deco, то ли еще от какой-то марки, стоила 800 рублей. Так я вот такую, да, за 974, мне кажется, тоже неплохо. И вот тушь, это вот это Lancôme, вот, она стоит у нас 1559 рублей, то есть вот со скидкой получается. И вот два средства от Calistar, то есть одно я приобрела за 349, и второе 399, то есть 349 это мне обошлось средство бесплатно, то есть, считайте, я купила вот этот крем, да, я так понимаю, да, вот этот крем, и вот эта штучка мне обошлась в подарок. Мне кажется, просто супер. Это равносильно тому, что скидка 50%. А так я взяла сразу два средства. То есть мне, в принципе, все равно. Я либо дожидаюсь скидку 50%, либо вот приобретаю так два по цене одного. Мне кажется, очень неплохой заказ. И вот общая сумма 5732 у меня получилась. Но зато я запаслась тушем и очень-очень довольна. Также я сейчас села, пока у меня спят дети, они спят у меня в нашей с мужем спальне, они очень любят днем там спать, когда папы нету, вот, и сейчас села за компьютер, мне надо оформлять заказ, в общем, я заказываю стулья детям, ну, чтобы сидеть, делать уроки старшему, потому что когда старший у меня сидит, делает уроки, у меня еще младший обязательно садится за свой стол и рисовать, в общем, два стула мне надо им заказать, и себе тоже. Хочу компьютерный стул. И прежде решила почитать комментарии. В общем, опять был комментарий у меня по поводу груди, по поводу того, что, ну, боятся, что обвиснет, что вот когда кормят грудью, после кормления обвисает и так далее и тому подобное. В общем, там другая девочка, другая, ну, я думаю, моя подписчица, в общем, я ответила. Короче, суть комментария заключался в том, что девушка лет 20 тому назад
когда кормила грудью своего ребенка, она прочитала о том, что нужно постоянно носить бюстгальтер, даже спать в нем, чтобы ну, не произошла никакая деформация груди и так далее и тому подобное. Я могу сказать, что я с ней полностью согласна. Я, когда кормила одного и второго своего ребенка, я постоянно была в бюстгальтере. Просто потому, что у меня ну, подтекало молоко, и если бы я не носила его, то есть у меня на протяжении всего времени оно подтекало, и если бы я не носила, я постоянно бы ходила бы в мокрых футболках. То же самое, когда спала, у меня бы... ну, то есть белье постельное было бы мокрое в молоке. Я этого не хотела, поэтому я все время носила белье для кормящих. У меня было тогда, и не только для кормящих, просто такие, типа, знаете, приобретала типа маечек таких спортивных на тоненьких бретелечках. Мне было удобно, но они поддерживали грудь. И плюс я вот эти вот прокладки для кормящих использовала, да. И, может быть, из-за этого еще моя грудь вообще никак не деформировалась. Может быть, и... плюс еще, конечно же, уход. Уход за телом, я считаю, это очень важно для груди, для, не знаю, вообще, в принципе, всего тела, чтобы она не, чтобы ничего у нас не обвисало и все было хорошо. Также лично я вот там написала девушке тоже в комментариях, но хочу еще в видео еще раз проговорить. Я также, когда мне было лет 18, я где-то, по-моему, в каком-то журнале вычитала тогда, что когда у женщины критические дни, да, то обязательно нужно носить бюстгальтер, потому что, ну, как бы грудь наполняется, она становится чуть-чуть тяжелее, чем обычно, и чтобы она там не провисла, не обвисла, никак не деформировалась, нужно носить обязательно белье во время этих дней. Я могу сказать, что во время этих дней я обязательно ношу белье, а так я, в принципе, всегда хожу в белье. В белье даже дома, вот даже сейчас, да, у меня это мое домашнее платье, и у меня одето белье. Почему я все время хожу в белье? Не потому что я боюсь, что там грудь обвиснет, там или еще что-то с ней произойдет. Нет, просто потому что я стесняюсь ходить без белья, я вам честно признаюсь. Я вот это вот, знаете, когда, особенно летом, когда идешь и идет девушка красивая, без белья, и так... ну и вдруг ей становится холодно, и это как бы становится очень заметно под футболкой какой-то, под, ну, вообще одеждой, и мне кажется, что это, ну, даже немного неприлично. Это лично мое как бы ощущение этого всего. Поэтому я хожу в белье. Дома я хожу просто потому, что у меня два сына. Пусть они еще и маленькие, но мне кажется, это как-то, ну... все равно мне может стать вдруг холодно или еще какие-то там моменты. Поэтому я дома тоже хожу в белье. Редко, когда без белья. Но такое на самом деле бывает. Уже в жаркую погоду бывает такое, что хожу без белья. Но чаще всего все-таки в белье я хожу. И, может быть, еще и это способствовало тому, что я... что у меня с грудью все хорошо. Плюс я все-таки считаю, что уход в том числе, потому что грудь это что? Это жир и, ну, молочная железа, жир и кожа, да. Соответственно, обвисает кожа в основном, то есть кожа теряет эластичность, да, груди там и так далее. И опять же, если вы боитесь похудеть только потому, что у вас обвиснет грудь, это все отговорки. Вот отговорки чистой воды. Значит, вы не хотите вообще, в принципе, худеть, и не стоит тогда вообще начинать, и вообще отложите это, подумайте еще раз и вернитесь к этому вопросу через какое-то время. Но это мое личное мнение, да, я высказываю. Вот, так что вот так. Так что нужно просто ухаживать за собой, и, ну, всего тоже должно быть в меру. Мне кажется, не нужно там даже пользоваться какими-то там, не знаю, гормональными... кремами и тому подобное, мне кажется, это все не помогает, просто ухаживать за грудью, не знаю, попробовать, может быть, те же средства, которые вот я, кстати, во время беременности использовала крема от растяжек на животе, на бедрах, ягодицах и грудь в том числе. Я, ну, то есть каждый день, ежедневно, да, то есть у меня причем был для груди отдельный какой-то крем, как-то Green Mama, что ли, назывался, или Mama Comfort, как-то так. Он продается еще в детских магазинах, вот эти крема для груди, такой в тюбике в белом у меня был, по-моему, не Green Mama, нет,
по-моему, «Мама Комфорт» он назывался. Вот мне очень нравился. Я еще, кстати, пробовала от марки «Лерак» крем от растяжек, но он мне не понравился. И да, вот в основном я покупала прямо в детских магазинах, вот там, где вот всякие крема под подгузники там и всякое такое, вот там я приобретала какие-то крема против растяжек, и поэтому на животе у меня нет растяжек, и на груди. Ну, кстати, живот и грудь я вот прям интенсивно мазала, а ноги вот не всегда, и, может быть, поэтому есть небольшие растяжки у меня. Так что, девочки, без паники, все хорошо. Я вообще не видела женщин. Вот я даже ходила в общественную баню, вот сейчас хожу в бассейн, там женщины. Кстати, я хожу днем туда. Сейчас начала, да, опять ходить в спортзал. И правда, сейчас хожу только в бассейн быстренько. Вот сегодня не пошла. Не знаю, может быть, завтра съезжу или послезавтра. Посмотрим. Ну, по возможности, сейчас август буду ходить. И вот сколько я хожу в бассейн, да. Я езжу в основном днем или с утра, и в это время обычно женщины такого пенсионного возраста, да, те, которые на пенсии. Ну вот я ни у кого не видела, чтобы у них, извините, грудь прям вот ниже пупка висела. Вот, ну ни у кого не видела. Да, она как бы, конечно, не такая, как 20 лет. Ну, понятное дело, что в 50, в 60 лет, там, в 70, она не будет такая, как в 20 лет. Даже если вы не будете худеть, даже если вы не будете кормить детей грудью, то как бы... Ну вот прям, чтобы, знаете, вот как тряпочки такие висели, я такого не видела, вот реально ни разу не встречала. Такое, я знаю, бывает, когда только заканчивается молоко. Когда у меня тоже только закончилось молоко, она у меня тоже была такая, ну и на ощупь пустая, и по виду пустая, по ощущениям пустая. То есть такая висела кожа, да, ну не совсем, конечно, да, но все равно она была не такая даже, как сейчас, да. И... Но потом все восстановилось и все стало хорошо. То есть я реально не видела, вот, что прям вот, простите, до пупка висели. Вот, я такого не видела. Поэтому, ну, как бы не нужно себя вгонять в панику вот по этому поводу. И еще, если вы будете худеть постепенно, ну не будет такого. Но поверьте, если вы похудеете там за год на 40 килограмм, то, конечно, да. Там не только уже с грудью будут проблемы, и с животом, и с, не знаю, вот здесь с руками, и со всем остальным. Так что, ну, в общем, девочки, не переживайте, не парьтесь, ухаживайте за собой, любите себя, и все у вас будет замечательно, и все будет хорошо, и не знаю. Не знаю. Ничего здесь такого страшного, супер чего-то нету, и все будет хорошо. Вы главное думайте, что все будет хорошо. А вот, и еще хочу поговорить по поводу тушей. Я не знаю, девочки, если вы знаете какую-нибудь бюджетную тушь, ну, то есть недорогую, до 500 рублей, ну, можно до 600, наверное, которая будет действительно хорошая, качественная, которая мне самое главное в туше, чтобы она делала объем, чтобы она не склеивала сильно, не делала паучьи лапки, и чтобы она не отпечатывалась на верхнем веке, потому что это для меня основные проблемы в тушах. И если вы знаете такую тушь, обязательно напишите мне, пожалуйста, в комментариях, если вам не сложно, потому что для меня пока хорошие туши – это только люксовые, но... На них иногда цена очень кусается. Вот сейчас, получается, я на тушь потратила 2500, ну, на две туши. Да, мне хватит надолго. Я не меняю тушь каждый месяц, как многие говорят, что положено, окей. Но я так не делаю. Я вот пока она не закончилась, я не, ну, не выбрасываю ее. Вот, но все равно мне хочется какой-то, ну, не знаю, побюджетнее что-нибудь мне хочется найти. Вот, так что, если вы знаете, напишите. Белорусские туши я пробовала. Вот у них как раз-таки та проблема, о которой я говорила. Они у меня отпечатываются вот здесь вот. Я пробовала белорусскую вот эту розовую XXL, как-то она так, по-моему, называется. Да, она хорошая. 2 недели. Первую неделю она слишком жидкая и вообще практически ничего не красит. Потом она 2 недели красит хорошо, а потом она начинает осыпаться. Вот... Ну, я не хочу такой, то есть каждые первую неделю я должна мучиться, и потом 2 недели более-менее нормально краситься, а потом покупать новую. То есть, ну, конечно, это дешевле, чем
то, что я сейчас купила, но все равно вот как-то не особо мне понравилось, если вы знаете. А, и от марки NYX тоже я пробовала туши, они мне как бы вообще не понравились, потому что они ничего не делают, то есть они не делали ни объем, ни удлинение, ни подкручивание, ничего. А я люблю, когда ресницы прямо заметны, то есть я их так прям драматически крашу. Вот. И, кстати, крем от Calistar очень приятно пахнет. Вот я даже намазала, сейчас сижу с вами, уже сколько прошло времени, да, где-то час, наверное. Очень приятный аромат, девочки. Такой, какими-то фруктами вкусными пахнет. Вот, но о тех продуктах я вам расскажу чуть позже. Я завтра, наверное, тоже буду снимать влог, покажу, что заказала на сайте La Moda. Там в основном все для школы моего ребенка. Так что обязательно подписывайтесь на мой канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, оставляйте свои комментарии. Всех люблю, целую и до новых встреч!